10 километров, значительная 990, температура 17, точка росы 9, давление 7,4,8 миллиметров, 9,9,7 гектопаскалей, без существенных изменений. Сообщите получение Quebec. Тунашнаэтис. Information Quebec. 1130. ILS approach. Runway 23. Transition level 1500 meters. Birds strike hazard in takeoff and landing area. Wind 330 degrees 2 meters per second. Visibility above 10 kilometers. Cloud broken 990 meters. Temperature 1.7. Dew point 90. QFE 0.9907.748 millimeters. No SIG. Acknowledge information. Quebec. Тунашнаэтис. Информация. Quebec. Я его пересадил, как ты его видишь. И они что сказали? Через пять. И он заметил, да, другие заходят, смог где-то. А вот в Москву идет, как смог, да, или так идет, это смог. Дает. Только вниз заходит. А идешь за границей. А кто сказал, что это смог, он зашел, когда конца идет. Когда в Польше вышел, к ним кто-то что не дает. Польше не дает, да? Они, может, это все враготрольно согласны. А Москва, я вот молчу прямо. Так это мы что, в Минск должны на эшелон заходить, платить? Нет, да, правило. Да? Никто не летят? Нет, они все там все не заходят. Они могут тебе дать везде, а потом уже туда заходить. А, наверное. Ну, под слоем, наверное, пойдет. Обычно 600, да? Да. Или бы 900, там. 800. Ну, 8600, а дальше дадут снижение, может, эшелон уже дадут, как он 10-20-й. А может, и... Ну, и, кстати,
Как Юр, ты помнишь, что рассказал? Ты был тогда? Тогда он говорит, она когда говорит, что-то, малый гад, ты говоришь, рынь на себя, ты говоришь, ну там папа поговорит, что-то говорит, высоты, что ли, потом режимы говорит, и она говорит, установить малый гад, ты говоришь, ну там, высота 3 метра, да. Она говорит, кто это сказал? Говорит, ты берешь что-то, рынь на себя, ну, ну, думать не надо, говорит, она так сказала, так не живет. Я его вторых так учу, но... Простите. А как там от Минска? Ярославль. Ярославль, 42-434, еще раз здравствуйте. Информация КБ, прошу завтра. 42-434, запуск разрешаю. Понял, разрешен, 434. Скоро закрыл время. Двигатель запущен, на мой взгляд. Восемь с половиной. А легализация? Проверенный режим.
Андрюх, запустили? Да. Ну, а что, надо, чтобы последний полет сделали. Ну, конечно. Да. Давай, ага. Батько, маленький. А там можно что-то сделать, попросать. А 42-434, предварительно разрешите. 434, взлетные 233, пока ты предварительно разрешаю. А, понял, пока это решили 434. Четыре, ветер 330 градусов 2 метра, исполнительный разрешаю. Понимаю, исполнитель 434. А 434, взлет готов. 434, взлет разрешаю. Взлетай 434.